Входим мы в следующий павильон. Так как места уже не так много на мобильном, буду кратко, но быстро. Это Джеймс Бонд. Тот же Бонд. Это какая-то хрень. Это вертолет. Я так понял, это зал весь посвященный Бонду. Разных годов просто. Это мустанг такой. Это какая-то непонятная антилопа гну. Прикольно. Вот такой лотус первый раз в жизни вижу. На картинках много раз видел, а в жизни... никогда. В первом Need for Speed, по-моему, играл в такую, ну, ездил на такой машине. Я служил. 2 года отдал. Вместо Афганистана. Let me hear. Батарею стараемся, заводим машину, потому что мы ее берем часто на шоу. 145 миль в час я ехал. Now, with the jumper. А где можно 145 ехать? Если втихаря никто не знает, 75-й, отсюда, которая где? И на всех машинах есть имя, потому что она как в вакууме сделана, в вакууме. Для фильма 6 сделали, и осталось 2, 3.